Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я для вас делаю общий расклад на тему «Мои отношения с моим партнером» на такой вот прекрасной колоде «Волшебное зеркало Ленорман». Она очень красивая, довольно редкая. Я очень ее люблю. Колода информативная по той причине, что здесь есть белая карта, карта секрета. Вот, есть две пары мужчин, есть женщин. Чтобы получить больше информации по отношениям, я выбрала, если вы мужчина и смотрите этот расклад, вы будете выглядеть в раскладе вот так. Если вы женщина и смотрите этот расклад общий, вы будете выглядеть вот так в моем раскладе. Тема расклада, повторюсь, мои отношения с партнером. Что сейчас между нами происходит? Расклад общий и прекрасно подойдет для тех, кто находится вместе, кто только познакомился, кто еще даже не знаком. Расклад будет работать на уровне подсознания. Здесь вы получите информацию относительно чувств вашего партнера, настоящего или будущего, и уже сможете принять для себя какое-то определенное решение. Расклад, я повторюсь, действует на уровне подсознания. Это говорит о том, что я вас буду заряжать положительной энергетикой. Я буду стараться исправить ситуацию в лучшую сторону, если у кого-то что-то не ладится, и помочь энергетически тому, у кого как бы нет возможности пока, да, общаться с противоположным полом, в том плане, что просто вы не знакомы. Или, может быть, вы в ссоре. Итак, это вы, если вы мужчина. Это вы, если вы женщина. Расклад общий для всех. Приступим. Я вкладываю вас в колоду. И задаю колоде вопрос. Что сейчас происходит между нами? Для тех, кто смотрит этот расклад. Я задаю колоде вопрос, чтобы высшие силы ответили нам. Для начала я сделаю предиагностику. Я найду вас с окружающими картами. Найду вашего партнера с окружающими картами. Посмотрим. Так, ищем вас у партнера. Вот вы вышли сразу. Если вы девушка, женщина, неважно какого возраста, вокруг вас замечательные карты. Немножко забегу вперед. Это сердце и звезды. Просто замечательные карты. Ищем партнера, того, которого я вам показывала. Партнер что-то долго не хочет нам открывать. Свою тайну какую-то, да, о себе рассказывать не хочет, но мы его все равно найдем. Всю информацию, вот он, вот оно в чем дело, почему он долго не показывался. Здесь у нас он находится в окружении карт книга и лиса. Книга — это в первую очередь тайна, лиса — это, так скажем, хитрость. Хитрость, такой здоровый эгоизм, желание думать о себе. То есть вы находитесь у меня среди замечательных карт. То есть вы очень любите своего партнера, вы мечтаете об отношениях с ним. Это общий расклад, я повторюсь, для тех, у кого нет партнера, вы мечтаете об отношениях с ним. И вы будете хорошей парой, по вашему мнению, да? Простите. Вот. Значит, вы в окружении сердца и звезд. Вы находитесь в мечтах. Вы влюблены. Вот так вот лучше, наверное, да? Вы влюблены. Или вы очень сильно любите. Вокруг вас замечательная карта. Партнер у нас. Возможно,
Карта Лисы говорит нам о том, что, возможно, ваш партнер либо предприниматель, либо он где-то работает на себя. Вот, это карта Лисы. Также о том, что этот человек обладает хорошим логическим мышлением. Об этом говорит сочетание карты Лиса и книга. О том, что он умеет хранить тайну. О том, что он в некоторых моментах, в жизненных ситуациях он такой сам себе на уме, да, сходится, узнали, про кого я говорю. А теперь будем делать сам расклад. Карты при диагностике я убираю, оставляю только партнеров, мужчину и женщину. Вот мужчина, вот женщина. Начинаем сам расклад как таковой. Что происходит между вами сейчас, дорогие мои, кто смотрит этот общий расклад? Сейчас мы все узнаем. Итак, карта в первой позиции покажет нам, что происходит между вами на данный момент. Итак, это карта Клевер. Карта Клевер – карта удачи, карта надежды, карта счастья. Карта, как вам еще сказать, исполнения желаний, таких вот, знаете, сиюминутных. Исполнение надежды на встречу. Ну, в первую очередь, это удача и надежда. Ну, поедем дальше, значит, да, мы с вами. Так, о чем же думает ваш партнер на данный момент, тот, который мужчина, да? Что у него в голове? В голове у него башня. Вот карта башни. Очень красивая. Она говорит о том, что, возможно, он сейчас чувствует себя одиноким. Ну, посмотрим, какие дальше выпадут карты. А что, о чем думаете вы? Ой, да вы думаете о кольце. Вы хотите замуж за этого человека, либо вы уже в браке, да? Либо, если вы с этим человеком не знакомы, вы будете рассчитывать на него, как на долговременного партнера. Очень хорошие карты. Для данной ситуации совершенно просто замечательные карты. В этой позиции я положу карту о том, что вас либо связывает на данный момент, либо может связывать в будущем, если вы не знакомы. Ага, опять Лиса, да? Так скажем, это самостоятельность вас связывает, либо будет связывать, умение разобраться в ситуации, умение и желание искать выход. Лисичка же, она такая хитренькая, виляет хвостиком, да? Она бесстрашная совершенно, и в то же время она сексуальная. Вот, это вот вас и будет связывать, либо связывает на данный момент, да, это такое ощущение свободы, которое нравится и тому, и другому партнеру. Продолжим раскладывать карты. Итак, со стороны мужчины, как он позиционирует себя на данный момент в этих отношениях? Неважно, только вы познакомились, либо вы не знакомы, либо вы прожили уже 10 лет, это неважно, как он позиционирует себя на данный момент. Ага, выпала карта женщины. Возможно, он задумывается, как бы вам сказать, о том, что вы много на него взвалили женской работы, либо ему предстоит выполнять какую-то женскую работу, да, вот, и... Ну, какую-то женскую роль на него будет либо возложена в ваших будущих отношениях, либо на данный момент. Мы посмотрим, что дальше карты скажут. Так, что, как вы себя позиционируете в этих отношениях? Выпал другой мужчина. Вот вы видите, расклад говорит о том, что вы, возможно, на какой-то период времени поменялись местами. То есть, да, с вашей стороны мужчина выпал. С его стороны женщина. Это ни в коем случае не говорит об измене. Это не говорит о другом партнере. Это говорит о том, что лишь вы поменялись ролями. То есть вы берете на себя в отношениях, либо в знакомстве мужской стиль поведения, а он такой выжидательный, женский стиль поведения. Да? Ну, посмотрим, что будет дальше. Теперь вот в этой позиции я выкладываю карты страхов, иллюзий каких-то, да, может быть, подозрений. Итак, какие страхи испытывает он в ваших отношениях? Это карта собака верности. Карта верности, собака, видите, да? Она говорит о том, что он даже при любых обстоятельствах будет вам верен и даже немножко этого боится.
Какие страхи у вас? Карта книга. Карта обучения, секрета. Вы боитесь каких-то тайн, да? Вы боитесь, что от вас будут что-то скрывать. Недаром здесь у нас с вами лисичка появилась, да? Вот. Но вам, ваши страхи совершенно напрасны. Потому что у него-то в голове позиции страхов, иллюзии, верность. То есть он боится потерять эту верность по отношению к вам. Так что все замечательно. Не нужно испытывать судьбу, не нужно как бы проявлять недоверие к своему партнеру, да? Теперь давайте посмотрим, какие чувства испытывает он к вам. Карта развилка. Это карта выбора, карта новых возможностей. Какие чувства испытываете вы к нему? Это карта луны. Что я хочу сказать? Что в этой колоде находятся две карты луны. Это вот старая, а есть карта луны полная. То есть вы, наверное, все-таки чем-то недовольны. Наверное, какая-то эмоциональная такая вас захлестывает притязательность по отношению к вашему партнеру. Вот. А он ищет возможность, судя по карте башня и карте собака, он ищет возможность для вас, новую возможность, чтобы вот оправдать ваши надежды. Да? Что у вас в действиях? И что у него в действиях? Его действия. Карта букет. Замечательная совершенно карта. Это карта приглашения, карта встречи, карта подарка. Да? То есть он поспешит, он, видите, подумает, примет решение. Видно, да, вам? Сейчас я немножечко разверну так. И обязательно пригласит вас на встречу. Совершенно замечательная карта. Возможно, приготовит для вас какой-то подарок, да? Что в ваших действиях, посмотрим. Карта метла. Карта ссор. Если не ссор, то каких-то физических нагрузок. Карта очищения. Карта каких-то повторяющихся действий. То есть, возможно, вот здесь вот как бы опять высказывается, выскажу такой момент, что, возможно, вы не очень доверяете своему партнеру, что совершенно напрасно. Мы можем взять дополнительную карту, спросить, что же вас все-таки, из-за чего вы будете с ним ссориться, из-за чего у вас появится желание с ним ссориться. Это видно, что на почве каких-то старых невзгод. Вот. Но все-таки давайте зададим картам вопрос, что вас может разъединять. Дерево. По большому счету, ну, возможно, ну, это мой кот идет, он любит приходить и ложиться. Когда я гадаю, я прошу прощения. Уйди, Валькир. Я немножко сдвину. Он высказывает недовольство. Он любит спать на этом столе. И безумно любит, когда я гадаю, приходить. Вот видите, он повернулся к вам спиной. Чудо мое. Хочет тоже с вами поделиться энергетикой. Так, итак, что вас может разъединить? Вас могут разъединить, вы знаете, какие-то, возможно, проблемы родовые, проблемы из глубокой памяти вашего рода. Возможно, что-то вот вы даже, может быть, если какие-то ссоры у вас происходили или будут происходить, это все будет связано с то, что вас заложено вашими предками, вот, понимаете? И вот, возможно, позиция вот этого, то, что вы себя ассоциируете как мужчину в отношениях, вас вот как раз это делали все женщины в вашем роду, да? Но вы хотите этой связи, да? И вас вот прошлое как-то не очень устраивает, по всей видимости. А мужчина вам предлагает строить новое будущее. Он надеется, и вы отвечаете ему надеждой, да? То есть, наверное, совет вам такой... А мы спросим, что... Какой совет дадут карты, а потом уже возьмем. Даже мы можем спросить два совета. Совет для него какой-то даст колоду, да? Вот мы сейчас вот так вот сделаем. Какой ему дает совет? То есть мужчинам, если мужчина смотрит расклад, он совершенно для всех подойдет. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации карта всадника вышла в этой позиции. Вот, я сейчас объясню. И какой совет дают женщине? Ага, ребенок. Карта выпала.
ребенка. Итак, мужчине карта всадник дает совет такой, что побольше для своей женщины доносите информацию о своих чувствах. Да? Всадник – это же вести, это новости, это движение, это хорошие новости. Побольше хороших новостей приносите своей второй половинке, тому, кого вы любите, в дом, если вы живете вместе. Побольше общайтесь, пожалуйста, побольше что-то обсуждайте, обменивайтесь информацией, тогда надежды будут исполняться. Совершенно логичный совет вторит вот этой карте, мужскому совету, женский совет, карта ребенок. Начните все сначала. Ребенок – это новое, да? Тем более новые возможности по этой карте, значит, его чувств у вас есть. То есть ваш мужчина, судя по раскладу и глядя на все карты, он готов для вас сделать все, да? Он ищет выход по карте леса, да? Он чувствует себя одиноким без вас по карте башни. Он верен вам, он боится потерять, утратить это доверие, эту верность. И он даже готов делать какую-то женскую работу, готов вас поддержать, ну, по дому, в отношениях, чтобы как бы угодить вам, да? Вот. А вам совет, начинайте, оставляйте все ссоры позади, оставляйте все эмоциональные какие-то передряги прошлые, да, которые в прошлом вас беспокоили. Забудьте о них, да, начинайте все сначала с этим человеком, как будто вы только познакомились. Для вариант для тех, кто только познакомился, это карта совета для женщин, для девушек, это карта совета, что вот новое знакомство, новый мужчина, вот опять-таки букет, это вот знакомство, два, да, новое знакомство, говорит вам о том, что это высшие силы пошлют вам это знакомство, да, эту встречу, что это принесет вам только... Только все лучшее, только все самое хорошее. Итак, сделаем теперь, подытожим, да, возьмем карту итога. Что же все-таки в итоге между вами? Вот, вышла замечательная карта ключ. Я только что с вами говорила про высшие силы, да. Карта нам больше не понадобится, я их отложу. Вот. Карта ключа говорит о том, что вы, видно вам, что вы обязательно найдете выход. Вы обязательно вместе найдете решение. Карта также говорит о том, что если вы еще не знакомы, но познакомитесь, говорит, значит, нам о том, что вы будете ключевыми партнерами, да, друг для друга. Вы всегда сможете договориться, вы всегда сможете найти, прийти к какому-то общему решению, которое устроит обоих. Вы всегда сможете, если вот по карте метла здесь у нас была, да, с женской стороны, если вы поссорились, вы всегда сможете помириться, потому что мужчина будет к этому стремиться по карте букет. Он будет вам угождать, он будет вас желать, и он будет всегда надеяться на это. Совершенно замечательные карты. Вот, кстати, девочки, женщины мои дорогие, обратите внимание, что какие... хорошие карты со стороны мужчины. То есть я бы даже сказала, ну, если, допустим, говорить как-то немножко современным языком, вот по карте позиции, как себя мужчина позиционирует, возможно, даже он интуитивно сам желает, ну, если можно так сказать, я не люблю это выражение, но, возможно, он сам желает попасть вам под каблучок. Да, попасть вам под каблучок. Вот, и... Не позволяйте ему этого, даже если он сам желает. Совет мужчине, еще раз повторюсь, карта всадника. Желайте общаться, больше обменивайтесь информацией со своей половиночкой, да? Вот, девочки мои дорогие, верьте во все новое. Позвольте вашим отношениям начаться заново, с нуля. Как ребенок смотрите на вещи и радуйтесь, и у вас будет замечательный союз. Вот это вот кольцо, о котором вы мечтаете, вот в голове. Вы же втайне-то, вы мечтаете о том, чтобы вам было сделано предложение. И, кстати, по карте букет, если вы вот себя будете вести как ребенок, если вы будете желать нового начала, да, в ваших отношениях, независимо от того, сколько лет вы вместе, либо вы только познакомились, вот, вам предложение будет сделано. Это карта букет и карта ключ, да. То есть... Вот они рядом.
Это карта итога, это карта его действий. То есть мужчина-то к вам пойдет навстречу. Вы, пожалуйста, оставляйте прошлые эмоции, да? Вы оставляете свое поведение такое мужское. Будьте более женственны. Тем более у вас это замечательно получится. Тем более вышла карта дерева, да? Пусть она здесь вышла в позиции, что, допустим, она может вам как-то разъединять вас, вам как-то мешать. Но на самом деле род, даже тех, кто ушел, уже кого нету, память рода, она в нас жива во всех, в тех, кто живет на данный момент. И род, он делает для нас что-то хорошее и что-то плохое, что-то хорошее в том, что какие-то плюсы, да, они в нашей карме нарабатываются, что-то плохое, мы отрабатываем чьи-то старые долги. И вот, возможно, вот эти вот ссоры, вот эти вот ваши эмоциональные эмоции из прошлого по старой луне вас беспокоит вот именно на почве рода. Вы, может быть, даже сами не хотите никаких ссор, не хотите никаких проблем в своей жизни. Просто у вас так получается, то, что так себя вели женщины в вашем роду. А вот мужчины в роду, значит, нашего кверента, да, который вот здесь вот карта бланки, вели себя немножко более женственно. Вот, поэтому как бы я вам желаю всем счастья. Еще раз обратите внимание, пожалуйста, на карту ключ. Это карта итога. Все будет хорошо. Смотрите мои расклады. Можете задавать вопросы, если у кого-то какие-то возникнут. Я прочитаю в комментариях, обязательно отвечу. Смотрите мои новые видео. Задавайте вопросы, какие бы вы хотели видео общего расклада посмотреть. Обращайтесь ко мне лично. Я сделаю для вас расклады. Всего доброго.